Следующий слайд – это контролируемые иностранные компании, прибыль которых освобождается от налогообложения. Это новинка закона номер 150. Я полагаю, что это позитивное положение в том плане, что оно позволило четко разграничить контролируемые иностранные компании, прибыль которых освобождается от налогообложения, и компании, которые к контролируемым иностранным компаниям не относятся. В этой связи в налоговый кодекс была введена самостоятельная статья 25.13-1 НКРФ. И, в общем-то, перед вами перечислены, ну, достаточно в таком сжатом виде, компании, виды компаний, организаций, прибыль которых освобождается от налогообложения. Правда, я замечу, что в отношении этих компаний пока не однозначный вопрос о том, необходимо ли подавать по ним уведомления о контролируемых иностранных компаниях. Это связано с определенными терминологическими неточностями, которые, на мой взгляд, существуют в законе, потому что в названии статьи используется термин «освобождается от налогообложения», а необходимость подачи уведомлений увязывается с фактом включения прибыли в налоговую базу. Поэтому будет ли вот эта терминологическая разница как-то приниматься во внимание, либо нет налоговым органом, мы сможем понять либо из разъяснений Минфина, либо из правоприменительной практики налоговых органов. Да, я замечу также, что вот это освобождение прибыли, оно не осуществляется автоматически. То есть лицо, которое хочет, ну это прежде всего, конечно же, контролирующее лицо, если хочет, чтобы прибыль контролируемой им иностранной компании освобождалась, должен представить документы, которые подтверждали бы факты, с которыми связывается вот такое вот освобождение. Ну и опять же и повторюсь, в этом перечне он в большей части повторяет первоначальный перечень, который и был изначально в законе о КИК, но есть и нововведение, такое как активная иностранная холдинговая и субхолдинговая компания. То есть вот эти понятия холдинговая, субхолдинговая компания – это новшество налогового кодекса. Ну, что хорошо, что, в общем, эти понятия, они в налоговом кодексе раскрываются. И, в общем, налогоплательщики, правоприменители будут понимать, о чем идет речь.